Эй, просыпайся. Приветствую вас, дорогие наши зрители. Ну что ж... Что ж... Опять замечтался, что ли? Весь мать. Вечно в облаках видаешь. Ах, легендарная игра, боже мой. Поискал, что ли? Легендарнейшая игра. Она играет у ворот на холмовом поле. И не забудь, ты ей еще ничего не подарил на день рождения. Только не говори, что забыл про подарок. На этот раз, сынок, я тебя спасать не буду. Я лучше дам тебе по монете за каждое совершенное тобой доброе дело. Так ты быстро соберешь на подарок. А теперь ступай и веди себя хорошо. Так, подожди. Можно для начала так сейчас сделаем, чтобы мне было немножко проще. Так, все. Теперь я точно готов. Прошу прощения. Неудобно, она сворачивается и зависает. Короче, все эти штучки. Значит, мне сложно Dark Souls, а сам в какие-то эльфов играет? Нет, тут немножко по-другому. Здесь прикольно. Это очень ретро-супер игра, на самом деле. Прям просто величайшая игра из всех величайших событий. И еле как я смог запустить. Тут, короче, играешь пиздюком. Так, ладно, тут... Так, мне нужно на холм, короче, где... Где пиздюк... где, короче, девчонка отдыхает. Если я услышу о твоем хорошем поведении, я дам тебе денег на подарок для сестры. Ага, все, нужно, короче, помочь, так скажем, зарекомендовать себя в этой деревушечке, чтобы нас похвалили. Да, вот так вот. Очень круто, очень классно. Так, пиздюлька. Непривычно, здесь немножко непривычно. Ой, в плане. Я потерялся. Розина, ему надо заплатку поменять. Ози, это такой плюшевый мишка. Плюшевый мишка с заплаткой. Прекрасно. Сейчас каждому будем помогать, вручать, спасать. Здесь, короче, работает классный режим кармы. Завтра раненько встать придется. Зеленое это задание. Привет, я торговец. Брожу по свету, покупаю да продаю всякие товары, особенно для таких славных ребят. Угу. Одна девочка сказала, что у тебя есть сестра, а подарка у тебя еще нет. У меня случайно имеется весьма чудная улыбка на лице. Так, конфетки. Конфетки, конфетки, конфетки. Хочешь купить конфеты за 3 золотых? Боюсь, сынок. Я у прошу тебя финансовый всего кризис. Так, давай тогда помогать. Давай помогать, искать, ну, короче, зарабатывать. Ну-ка, иди нахер. Так себя в могилу загонишь раньше времени. Тоже они, короче, пассивно все общаются. Смотри, все. Куда идешь. Здесь очень специфическое, на самом деле, Эндер. Право слово. Развитие фонеса. Где это мой муж бездельник шляется? Небось, с бабой какой-нибудь. Я ему дом содержи, детей расти. А что в ответ получаю? Если ты его найдешь, скажи мне, ладно? Прекрасно. Так, ладно. Ищем, 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 вспоминаем. Блин, проходил ее вообще давно. Хоть озвучка есть, а то слушали бы твой корявый перевод. Ну да не говори. Это точно. Так, идем тогда на всякие, короче, башенки, херашеньки. Так, правая кнопка мыши, это, короче, ускорение. Вот. Так, это вот эта девка, да? Привет, брат. Сестр. Привет, брат. Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день? Как в том году? Извини, это как Яна. Это как Яна. Ты не забыл сегодня день какой, а? Ты не помнишь завтра какой день? Я играю тут на поле. Когда день рождения или Новый год? А потом что-то случилось. Но я не помню, что. Хотя это ерунда. А вот подарка я еще не получила. А подарки.
Хорошо. Ты же не забыл, какой сегодня... Воу-воу-воу, не надо бить ее. Да как убрать? Подожди, я не хочу бить ее. Да ёб твою мать. ПК, ментор, имущество. Так, все отлично. Сейчас бы избил сестру, вот тебе, говорит, подарок, да? Так, ладно, ищем, бегаем. Ты в такой играл? Да ладно, это больше в моем стиле. Это чистокровная супер РПГ на самом деле. Я ее играл... Когда-то еще, наверное. Блин. Но она как только вышла, что? В 2000-х каких там? 2002-2003. Это из первых самых таких красивых РПГшек. Здесь, короче, зарабатываешь карму, можешь быть плохим. Мелкий недоумок! Здорово. На той неделе накопи побольше денег. Помоги! Убери его от меня! Он повсюду ходит и бьет мать! Это тоже как Янка. А ты ведь сильный! А ты ведь сильный. Ты зачем, мама? Что делать? Все понял, не буду его трогать. Только не бей меня больше. Смотри, что злорадствует как. Спасибо, ты меня просто спас. Спасибо. Слушай, присмотри за Мишкой, чтобы с ним ничего не случилось. Не говори. Вот он, плюшевый Мишка, короче, которому заплатку в жопу надо пришить. Вот у нас мы карму заработали. Подожди, здесь надо что-то. О, вот хорошо-то. Слушай, мальчик, сделай одолжение. Мне надо сходить, ну, знаешь, по зову природы. А ты постой тут, посторожи склад. Просто стой вот между штабелями. Ты посторожи склад, вот молодец. То есть он сразу же предложил, сразу когда же утвердил. Когда вернусь, отбл... Все. Какие? Так, что тут? Тут же еще... А мой брат говорит, что в бочках на складе бывают всякие штуки. Иди, скорей, пока мужик ходит, разбей, если не боишься. Ну, пошли, чего поломаем. Нет, а я... Стоять, а, вот эти ящики. Все, я понял. Перчатки-то у бати стащил. Да походу он в них родился просто. О, Ромал, спасибо за то, что отслеживаешь, дружище. Прям от души в душу, в душу. Давай, крыши! Блин, я совершил плохой поступок. Блин, послушал пиздюка, которому посторожил склад, бляха-моха. Да, спасибо огромное за подписку, прям очень-очень. Муха. Валим. Тут еще последний. Блин, тут еще мухи. Все, я спас, я готов. Вон он, мужик бежит, смотри. Так, я прекрасно, спасибо, малыш, ты мне очень помог. Но я ведь и плохой поступок совершил. Скажу твоему папаше, какой ты славный сторож, что ты совершил доброе дело. То есть я сначала жестко прям насрал и сделал доброту. Но этот просто пиздюк такой, меня вынудил. Послушал пиздюка, а он лишь чуть творит. Вон он так, я поймал тебя, негодь. Мне сообщили, что ты с уничтожением имущества. Подобное поведение нет, будь ты взрослым. Задумайся, мой юс. Простите, я дяденька, я больше не буду, правда. Ну и правда не хотел, ну чё? Товар в ассортименте. И пацан просто сказал, там лежит что-то ценное, типа, и я как бы, ну, и захотел сделать что-то ценное. Так, а где девочка? Девочка, ты где? Тут девочка, я тебе Мишку хочу отдать. Ну-ка, надо, кстати, здесь еще пробежаться. Иди. Опа! Ко мне, моя тыковка. Тыковка. Ой. Тычите друг друга, да, собаки? Что? Да я просто, я впервые вижу. Это кобелина, которому бабу, короче, надо было. Слушай, сынок, не болтай об этом. Моя жена сидит дома, а я... Но человек имеет право делать, что ему нравится. Слушай-ка, если ты сохранишь это в тайне, я тебе дам золотой. Ну давай, хорошо. Давай деньги. Молодец, мальчик. Мой тебе совет, не привязывайся о себе. Не заботься. Привязывайся к одной бабе, прекрасно. Ты ну, совершил. Иди сюда, я мой. Только из-за денег. Я сейчас я... иди, киска. Я сейчас пойду сдам тебя, скотина. Я поимел денежку, и я сейчас сдам, отвечаю. Товар берем, заебись, живем. Так, о, все, я тут. Привет. Ну чё? И где это мой муж без денег? Небось, с бабой, я ему дом, если ты его. Рассказать, да, конечно. Вот как.
Раз я совершил плохой поступок, сейчас значит сделан доброе дело. Вон он, поросенок, я иду за ним. Что? Опять ты? Я постоянно слышу уничтожение. Какое нахрен? Ступай. Я больше ничего не делал. Отдать девочке мешку, да. Рози, пойдем, да. Рози, поменяем тебе заплат. Все, доброе дело. Я не знаю, за какое имущество ты мне говоришь, но подумаешь, я разбил немножко. Но это не значит, что я как бы... Так, а у меня две золотых. Нам еще надо одну золотую найти, короче. Может быть, батя поможет. Ну, чисто формально. Как бы он же там типа наслышал, что я хороший, такой, все дела. Ну-ну. Так. Я человек слова. Вот тебе за доброе дело, что хулиган. Но я думаю, что на хулиганство старайся не лезть в неприятность. Пожалуй, хорошо. Сынок, тебе этого уже хватит. Да, я с торговцем уже говорил, спасибо. О, ты мне нормально 3 золотишки дал. А, нет, ты мне даже 4 золотишки дал. Прекрасно. Даже мне на чупа-чупс хватит. Да не надо драться, ну не надо бить никого. Так, все, общаемся. Тебе повезло, конфеты еще не... Скорей, давай сюда 3 золотых. Бля, такие усы у меня, конечно, царские. Хочешь купить, да? Изволь, юный сэр, и поздравь. Так, хорошо, у нас... Так, пойдем сестру поздравим. Что-то с этим мальчиком не то. Сеструшки с днем рождения. Ну-ка, пошел отсюда, куру, лица. А, их же нельзя пинать, а вот она, скорее всего, за порчу имущества, они мне за курицу, наверное, у меня пояснял-то. А я не ожидал. Не, ну я как бы не спецом вообще это все творил. Я тестировал свою сноровку. Я знала, что ты мне подаришь конфеты. Все как было во сне. Пойдем домой. Пойдем домой. Опа. Подожди, что-то не так. Тоже предсказываешь будущее. Разбойники! Я же дрогнул. Это все по правде. Я успею. Они здесь. Сок надеть. Тебе чуть-чуть. Надо спрятаться. Прозрачный сок. Запрещена реклама сок. Тут я бы чуть-чуть налить. Ля, смотри, какой у него мечара. Готов. Так, нам надо технично сейчас валить, короче. А, или... Угу. Все, ролик, бунт, кипит. Зло пришло в Оуквейл. Разбойники с огнем и сталью, сжигавшие, рубившие все на своем пути. Тогда можно спокойно попить. Ночь озарилась кровавым пламенем. Люди кричали и молили о пощаде, и вскоре улицы были завалены телами. Так, понятно. Нас, короче, деревушку, короче, ограбили. Все они сделали. Совершили плохие поступки, поэтому сейчас направляемся мы, скорее всего, домой, чтобы посмотреть, что там произошло. Жив не жив, батя. Блин, вот просто, да, вот прикиньте, вот просто зашли люди и ограбили, нахрен все сожгли. Батя, ты чё? Чё с тобой? Ты чё слёг-то? Ты ещё молодой совсем. Вставай, ёпта. Такие, смотри, такое лицо зря. Опа. Нужно уходить. Тут небезопасно. Это этот, который... Они все мертвы. Рейдер, короче. Ты ведь не хочешь к ним присоединиться? Нет. Тогда дай мне руку. Давай. Ля, у меня перчатка реально как будто рука Халка. Ну, типа рейдер. Рейдер. А, его стошнил. Я думал, у тебя желудок покрепче. Идем. Побереги силы, мальчик. Не со мной тебе нужно драться. Ты, может, этого не понял, но это я спас твою жизнь. В Оуквейле тебе больше делать нечего. Если б ты остался там, погиб бы вместе со всеми. Бля, ну я не знаю на самом деле. Но если сожгли и все ушли, он бы мог как-то что-то повлиять. Мне кажется, ну можно было бы как-то на концовку переиграть. Меня зовут Мейс. Можно было я бы сделать такой выбор. Я глава гильдии героев. Ты, должно быть, слышал о ней.
Во всем Альбионе ты не найдешь места безопаснее и роднее. Если же тебе нужна месть, только мы сможем помочь тебе в этом. Мы пришли. Я представлю тебя наставнику. Дальше он будет заниматься твоим воспитанием. Угу, хорошо. Я привел тебе нового ученика. Отведи его наверх, в комнату к той девочке. На мой взгляд, на будущего героя ты не похож, но Мейс, наверное, знает, что делает. Ты старый. Иди за мной. Держи-ка свои, как говорится, языковые чресла, бляха-муха, у себя при себе, пока я тебя морду не набил. На героя не похож, боже мой. Комната у вас будет на двоих с Уиспер, одной из лучших наших учениц. Утром с ней познакомишься. Сейчас она пошла в лес поиграть. Пока что тебе нужно поспать. В лес поиграть. Учеба начнется завтра. Жесткая ученица. Опасная. Не, ну, конечно, нужно понять. Прикинь, всех потерял. Ну, еще дом, семью. Пора вставать! Это ты, что ли, сосед мой? Хм, мелковат что-то. Меня звать Уиспер. Я тут уже месяц. И до сих пор у меня была собственная комната. Ой, началось. Хотя ладно. Ты знаешь, что ты во сне разговариваешь? Нет. Будто тебе снится что-то страшное. Это со многими бывает первую неделю. Для некоторых она же становится и последней. И для тебя станет, если не пошевелишься. Давай, нас наставник ждет в комнате с картой. Ты же не хочешь в первый день опоздать? Двигай за мной! Давай. Вот, кстати, нравится, на самом деле, для своих времен. Да даже если на современный лад, прорисовка очень достаточно неплохая. Наверное, наставнику надоело тебя ждать. Нас уже ждут на тренировочной площадке за ручьем. Пошли! Так, пойдем. Ну? Кончай болтать! А, в смысле, то есть я тебя должен вести, как бы я только пришел и как бы только проснулся, и я уже должен искать путь, черт побери. Ни хрена себе. Дерзкие. Какие. Ну. Опа, яблоко возьми. Пригодится в хозяйстве. Жрать надо в любом случае. Отлип от подушки на... Отлип от подушки. Что ж, мальчик, посмотрим, выйдет ли из тебя толк. Ступай в круг. Теперь ударь чучело как можно сильнее. А чем рукопашка? Продолжай, пока я не скажу, хватит. Хорошо, пробил. Слабовато выходит, верно? На-ка, попробуй этим. Ой, такой чел, такой прям, вот знаете, вот, ну, вот, ну. Так, как мне оружие взять? Ой, я пёрнул. Поколоти его палкой как следует. Я пукнул нечаянно, простите. Во. Считаю, для своего времени достаточно хорошая появка. Да, так-то лучше будет. Ну так. Когда ты убиваешь врага, из него выпадает искорка опыта. Она содержит знания, приобретаемые тобой за победу над врагом. Искорки эти обязательно надо собирать, а то ничему не научишься. Иди подними. Угу. Так, левый shift всасывает. Молодец, мальчик. Ну а завтра мы займемся. В гильдии бьют тревогу. Похоже, в лесу появились какие-то твари. Это возможность испытать твою силу духа. Хорошо, первый день займись уже здесь и уже... А я буду ждать тебя у выхода из леса. А, то есть я должен, да? Вернешься, обсудим начало твоего обучения. Угу. Так, задание началось. Хорошо, побить поесть жуков. А, ну там чисто жуков, понятно. Детали операции ты можешь в любой момент, нажав F9, ориентируйся по пентаграммам. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, хорошо, у нас получается что? Мы идем сюда? В принципе, мы палку сейчас их разнесем нахрен. Тин-тарай-тарай-тарай-тарай. Ладно, пока пропустим. Гильдейский лес. Он автоматически сохраняется или... Так, пойдем жуков искать. Палкой. Палкой. Я помню, что не рукой. Палкой.
у них сыграла сирена, ну, я имею в виду, на жуков, да? Давай-давай, как раз выполнили, прекрасно. Молодец, Спасибо. Мой мальчик, все жуки мертвы, ну, так... можешь возвращаться. Ну так я же говорю, что это очень все хорошо, и это очень все легко, и это очень все прекрасно. Это просто изи-бизи-крабизи. Как говорится, моя палка стреляет очень хорошо. А, Никита Горелов, приветствую, приветствую. Рад тебя видеть на стриме. Нам весьма досаждали. Вот, ты заслужил небольшую сумму на карманные расходы. Блин, если нормальная такая. Больше, уже наемником работаю. Найдется для тебя работа. А нет, так отдохни. Ну, я уже подушку расцеловал, как говорится. Когда будешь готов приходить. Я вижу, ты устал, пока начинается твое обучение. Смысл, в принципе, ждать-то, ну давай. Смысл. Гильдия стала для мальчика всем. Память о пожарище все еще жгла. Ну, здесь а понятно, ну, небольшая лесобока. Я уже немножко подрос, вроде, если не ошибаюсь. Нас, между прочим, наставник ждет за ручьем. Одна давно ты... уже ждет, сейчас, наверное. Одна эта девка не давай, растет. Я расту, у меня между ног растет, а у нее не растет. Как были те же сиськи и голова. Так, все, я вот уже приоделся, уже суровым стал. Челом прям. Так, хорошо, нам нужно... Так, подожди, а я могу взаимодействовать с этим же, да, тоже? Я хочу потрогать, пощупать. Ладно, не хочешь, как хочешь. Так, попробуем спуститься вниз отсюда и... Так, это наши первые порталы, с которыми мы познакомимся. Шикарно. 73 золотых я имею на данный момент. Неплохо. Ха. Вот уже какой возмужавший голос. Ты опять опоздал. Палку теперь можешь выбросить. Дальше начнутся тренировки с настоящим оружием. А мне нравилось. Привыкни палк. К весу она меча, безопаснее. А потом посмотрим, сумеешь ли ты достать ему Виспер. Прекрасно. Ну давай, посмотрим, как ты справишься, малек. Малек? Этот маль у малька уже. Ух, повезло. Давай, сынок, бей ее. Давай. Ух, на тебе почти. Просто взял и пиздец. Слушай внимательно, то, чему я тебя научу, как может однажды спасти тебе жизнь. Жизнь героя опасна. Если хочешь прожить подольше, научись отражать атаки. Вот, противника. Сейчас самое интересное, отражать. Уиспер будет стараться тебя поразить. Ты должен защищаться. Так, закрыться можно не от всякого удара, но с Уиспер ты вроде должен справиться. Так, Уиспер, подожди. Не пропускай удары. А, ну все, я просто... Я, блин, я понял. В другой раз попаду. Ну давай, тыкни. О, ты все, прекрасно. Неплохо. Теперь попробуй сочетать атаку и защиту. Все, я понял. О, здравствуй, Громобой. Пришел проверить, как дела у твоей сестры? Можно и так сказать. Уиспер говорит, ты поставил ее в пару с каким-то мальчишкой. А, это ее, да? Мейс считает, что у него большой талант. Но ты разве не видишь настолько, уже, сколько я добрый делал? Настолько, чтобы держаться наравне с моей Уиспер? Естественно, я тебя еще давай нагну. Давай проверим. Они с Уиспер сейчас отрабатывают боевые навыки. Так, ребята, посмотрим, кто чему сегодня научился. Ну, давай. Давай, поединок давай. Будет в полную силу, как на экзамене. Ой, как же это легко нам, да? Так, все, Уиспер, шмышпер. Хоп. Ты че шумел? Блять, да хорош. Теперь добей его. Тыкни мне. Вау. Ты годзилла. Очень плохо, Уиспер. Тебе нужно больше заниматься.
Goodbye. Жаль, что ты не видела, как я сражаюсь на арене. Ой, ты давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если хочешь сама там оказаться, тренируйся. Ты улетишь скоро. Если бы нас не остановили, я бы его добила. Конечно. У нас и так героев не хватает, чтобы вы еще двое рвали друг друга на части. Угу. Кстати, найдешь меня у стрельбища, когда будешь готов продолжать занятия. Не, ну давай сразу, что пойдем. Что касается твоих навыков. Я лучше, я знаю. Очень хорошо, мой мальчик. Ты далеко пойдешь. Ну так, далеко пойду. Хочешь повторить тренировку? Повторить, а продолжим. Ты найдешь меня у стрельбища и продолжим занятия. Блин, вот со стрельбой, я помню, у меня как-то проблематично было. Подожди, я вот все хотел сундук посмотреть. Ну-ка, привет. А, здесь же 20 уровень нужен, да, типа? Что-то такое, 20 чего-то идей. Так, луки, стрельбище здесь. Все, я прекрасно, я понял. Ну что, ты готов к уроку стрельбы? Конечно. Продолжим упражнение с луком. Для начала попробуй поразить 3 неподвижные мишени. Ну хорошо. И приложи к этому силу. Чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. Только не выходи за пределы круга. Да все, все, я понял, Лиза, сейчас сделаем. Сейчас все сделаем, сейчас сделаем в чики-пока-боне. Поменяй, как лук взять, подожди. Сначала достань лук. Не помню. А, все, он автоматически, значит, целится? Теперь Лёп. Прицелься в мишень. Я думал, самому надо будет. Хорошо, быть. Ты поразил все мишени. Теперь движущие будем, да? Но враги редко стоят на месте. Посмотрим, как ты справишься если с движущимися целями. В принципе, не похоже. Набери как можно больше очков за одну минуту. Хорошо. Ближайшая мишень — 1 очко, средняя — 3, а за самую дальнюю полагается 9. Но если он автоматически целится, то, в принципе, это не проблема. Чем сильнее ты натянешь тетиву, тем глубже стрела войдет в мишень. Понятно, глубже, хватит повторять это. А это значит больше очков, но следует соизмерять силу, быстроту и точность стрельбы. Ну, посмотрим. Хорошо, ПКМ, ЛКМ, ну все, получается, по факту все правильно, да? Есть пробитие. Да хорош, но фокусируй в другую цель. Молодец, прицельная стрельба куда эффективнее. Во. Чудесно. Промах. Да хорош, ну. Косовый, я, простите меня, я Женю. Хорошее попадание, еще... продолжай. Попасть определить так, что... Хорошее попадание, продолжай. В принципе-то мне можно... Привет, привет, Токи-Токи, приветствую, дружище, приветствую, рад тебя видеть. Первый мой мотиватор, первый мой комментатор. Рад тебя очень видеть. Ты как в танках говоришь, есть пробитие. Да не говори. Очень рад тебя видеть, дружище. Очень рад. Ой, как раз попал вроде. Добрый прицел. Ну да, добрый прицел. Хочешь повторить? Оно в принципе теперь зачем? Теперь ты будешь учиться использовать волю. Оно автоматически как бы раскачается. Когда будешь готов продолжать занятие, скажи мне. Я пойду на островок у водопадов. Так, у нас же скоро магические штучки-дрючки начнут, да? Ну и что, пойдем? Человек под водопадом. Кто-нибудь хочет пофехтовать? Иди нахрен, я не хочу с тобой фехтовать. В принципе, нет, мы можем, скорее всего, можно что-то... Что с тобой? Ты обиделась, что ли? Не, ну я же сказал, что выживает сильнейший в целом. Многих ты уже наставил. Мне нравится Ю вообще сама по себе, атмосферность, вот это все. Именно вот этот подход, он душевный. Видно, что игру делали душевно. Так, привет. Осталось только обучить тебе... Магия, да? Пора тебе научиться использовать волю. Воля. Для начала ты поразишь эти 3 чучела ударами молнии. Научишь. Давай как? Посмотрим, что у тебя получится. Угу. А, левый шифт, подожди, левый шифт. Левая кнопка мыши и правая кнопка мыши используют левый шифт и левую кнопку мыши. Так. Хорошо. Ага. Вот так. А сколько не умеешь из лука стрелять, я даже не пострелять, тут надо ждать, пока мешать сам определить. Ой, да ладно, типа.
Сейчас всем расскажу. Токи, дружище, сегодня уже наиграла в Dark Souls, поэтому хочешь посмеяться, заходи. Да не говори, вообще, это из самых лучших. Я понимаю, что мы еще и готику будем проходить со временем, это все легендарно. Так, а что ты мне сказал? Подожди. Все? Тебе понравилось или нет? А, надо за время, прошу прощения. Я просто прослушал. Хорошо. Да хорош, не бей его, пожалуйста. А, у меня что, кончилось, да? Блин, я прослушал, прошу прощения. Ты хорошо пользуешься магией. Естественно. Потомственный я электрик. 19 уровня. Нет, зачем? Очень я, в принципе, хорошо, все понял. Хорошо, мой мальчик. Ты постиг все три геройские дисциплины. Если думаешь, что готов, можешь перейти к последнему экзамену. Спасибо. Ну, будем потихоньку, будем проходить, не будем разделяться на несколько игр. Также будем выпускать ролики про игры, RPG-шки. И, соответственно, уже и... Ну, будем постепенно проходить, то есть вот так вот. Разделяться состав бы график какой-нибудь. Мастерство героя требует долгих лет тренировок. Мальчик быстро овладевал новыми знаниями. Вот этот тоже подход, в принципе, при переходе объяснения очень неплохо. Гильдия стала для него домом, школой и жизнью. Но время шло. Если сравнить первого Ведьмака, допустим, с этой игрой, в принципе, по графике у них, ну, практически одинаково. Ступай в лес и иди к бревну на вершине холма. Так, в целом, я бы сказал... Нет, здесь немножко другая. Здесь очень жестко играет система морали. Это прям... Что ты здесь делаешь, сынок? А что? Что ты здесь делаешь, сынок? Ну, боже. Здесь очень, да, мораль. Тут реально можно стать либо чертом и все ломать, крушить, долбить, убивать. Должно быть, теперь ты думаешь о последнем испытании. Все просто. Используя все, чему научился за эти годы, ты должен победить меня. Угу. Начнем с меча. Ударь меня, если сможешь. Ха-ха, такой. Хорошо. Быстро. Ну, если судить по этой точке, да. Молодец. То да. В принципе, так. Очень хорошо. То есть ты начинаешь пиздюков и также учился. Не подходи очень близко. Да, если ты про это говоришь, то примерно да. Стреляй из лука. Давай, бейся! Вложи в атаку ярость! В смысле, а что он не защищается? По факту не защищается. Прекрасно. И наконец, ударь меня молнией. Вот эта озвучка просто. Ударь. Это так звучит, как будто. Отшлепай, давай, отшлепай. Тебе пофигу, что ли? Славный удар! Тебе пофигу, я понял. Тебе хватит. Пофигу. Да, для новичка весьма неплохо. Настоящие схватки будут опаснее, чем ну, это. Ну да. Но да. Ты прошел последнее испытание и готов к тому, чтобы получить у наставника свой амулет. Давай. Так, идем тогда за амулетом. В принципе, мы вот эти прошли прекрасные моменты из жизни. Наше детство, наша жизнь, наши прекрасные детские моменты. Так, гильдия героев, хорошо. Так, скоро начнутся сейчас у нас первые интересные задания самостоятельные, будем. Так, амулет вот даешь, хорошо. Вот и настал этот день. Я-то помню, когда ты тут появился. Иди уже, а сектор приз на барабане выкрикивай. Давай. Мэйс не зря в тебя поверил. А ты меня, скотина, не верил, поэтому я тебя не вижу, говню. Церемония будет проходить в палате судеб. На самом деле не заведи, хорошо. Хорошо.
Да приблизятся ученики. Бля, этот чип такой горилла, такая довольна. А что, она тоже выпускница, что ли? Я думал, она двоечница. Двоечников, я думал, не берут. Смотри, всю ночь проплакал, у него глаза красные. Почему у дяди глаза белые, у него красные? Вы обратили внимание, что у него глаза красные? Дела, смотри, мои глаза. Просто смотрите, обратите людей. Внимание. Или кажется, вселят нет? Страх в их сердца. Ну-ка. Времена покажи. Ныне темные. Тени сгущаются на плохую сторону над Альбионом, и тьма сбирается повсюду. Всякий раз, делая свой выбор между я почему-то в снаряжении, но нет. Вы будете менять лик земли. Примите же свои амулеты. Вступайте в мир, герои. Отправляемся в Хогвартс. Ай-яй, шалом. Понятно. Пора тебе уходить, все, мой мальчик. Все? Но твоя связь это как ниндзя. Они тоже карта приходят определенное время и говорят, все, уезживайте. Который ждет от тебя народ Альбиона. И тебе придется возвращаться, чтобы превращать опыт в новые навыки. Я понял. Это надо делать почаще, тогда ты будешь развиваться. Спасибо, спасибо за напутствие. Я спасибо, покажу, благодарю. Как это делается. Хорошо. Так, и чё? Не кажется ли микрофон другой, звук лучше кажется? Нет. Если с видосами сравнить, пойди то немножко... Пойди лучи света, я покажу, как это делается. Так, подожди, куда свет? Вот сюда, да, получается, развитие? Нет, микрофон сначала тоже просто... Ну, может быть, немножечко развития. Обработка, может быть. Силу, навык или магию? Так, видишь, сила, влево, навык или магия? Видишь, в углу экрана полоски текущего... А, ты выбрал будем... силу. Ты можешь стать великим воином. Опыт, полученный в рукопашных схватках, можно пустить на совершенствование вот эти... телосложения, вот здоровья эти или мощи. Шикарные анимации, выбирай вот эти сам. Тоже, вот это просто показывает мне очень прям... Ну, это понятно по урону, но... Что я предлагаю? В здоровье целом... — это твоя жизнь, сынок. Я возьму здоровье, как бы это странно ни звучало. Потому что, ну, видели мою индикацию? В принципе, выживание все равно в любом случае. А, ты выбрал навык. А, ты выбрал магию. Ты можешь стать... В принципе, все придет со временем. Я тебя ничему научить не смогу, но ты всегда можешь просить у меня совета. А время от времени я буду связываться с тобой через свой амулет. Наберешь достаточно опыта, увидишь, он замерцает. Я дал тебе кое-какие припасы, на первое время хватит. Угу. Перед тобой лежит целый мир. Да хватит уже, ну напутся, ну... Хагрид, ёпта. Так, курс молодого героя пройдено, получили 40 и 400 опыта, автоматически идет сохранение. Прекрасно. Я же дорогнул. Зайди в гильдию за заданиями. Гильдия, задание, давай. А, что у нас есть? Дезинсекция. Дезинсекция? Или дезинсекция? Точно секция? Точно секция? Вот кругом секс. Понятно? Все хорошо. У нас много, здесь всякие эмоции. Можно пердеть, можно рыгать, можно что хочешь делать. Так, с помощью колеса мыши можно приближать и отдалять камеру. Оп. Это ближайшее золотые пометки на карте покажут тебе путь к цели твоего задания. Хотите приобрести уверен, что-нибудь? Вы этот... найдете что-то себе по душе. Да подожди ты, засранец мелкий. А, милифифус, пифифусуфус. Ну да, титулы покупать. Да у меня нету денег, понятно, я нищеборот. Неприятности в жизни. Так, идем. Боссы атакуют людей в парке! Скорей за мной! Я тебе помогу. Скорей! Бегу! Давай. Осы атакуют, боже. Это же очень серьезная на самом деле штучка-то. А если у кого сюда! Аллергия? Что ты делал? Врагов своим запахом гадким распугивал. Такие пиздюки, конечно, дерзкие. Чуть я аж пересрался на такой. Скорей! Сюда! А ты не пойдешь? Спаси моих друзей! Спаси моих друзей, все, я понял. Я сейчас, я спасу. Я... Это божественный аниме. Это просто, это, блин, это на самом деле выглядит так эпично. Как будто на улице с гопника собираются. Подожди, дай подумать, что мне надо взять. Оружие. Спасибо, что спасли. Я про вас всем расскажу. Иди уже, не смеши меня, ёпта, пожалуйста.
ты пчела, я пчеловод, а я люблю мед. Ты мне жизнь спас. Огромное тебе спасибо. Я про то, что он как бы стоит, как будто уже зажали, типа, фагу гони, телефон гони, такой, такой-то. А, все начинается битва. Я понял. Я понял, я услышал. Сейчас мы все сделаем. Поджарим шаурму. Да хорош, ты что так натворил? Бабу не убей, не убей. Не говори. Бабу на пасашок оставил. Бля, какая большая основа. На. Ты неплохо учишься пользоваться боевым ножом. Ещё. Герой, твоя магия не исходит. Ты что-нибудь делай. А, все, получилось. Это было сложно, но мы справились. О, слався, Джей, слався, Джей. Аля безупречен. Она при смерти. Еще несколько ударов, и дело сделано. В принципе, ну мы ее все выполнили задание эпичное. Ты становишься популярным, обрати внимание на свою славу. Хорошо. Теперь мы можем, короче, трофеи таскать на свой. Да не делай так, ты пожалуйста. Получил новое задание. Яблоко бери. Убери. Яблоко возьми. Блин, здесь подбирать тап. Вот это просто неудобно, но непривычно, поэтому я иногда туплю. Да ты чё? А, тебя пчелы закусали, понятно. Вот они. Короче, тут еще карточки с прическами. Тут, короче, вообще много всего. О, зелье. Зелье, зелье магии. Подожди, а это... Да, установим, конечно. А, битва за... Все, я понял. Теперь такие все спокойные, такие сидят, да? Стой, подожди, по факту мы можем... Так, подожди. Имущество, статус, имущество, подожди. Вещи, модные открытки, бороды, усы, стандартная борода. Понятно, это мы используем потом. Одежда, вещи, не помню, как использовать, короче. Тут же трофеи, можно их таскать, короче. Вот. Типа, ну-ка, давай. Типа, ой. Да, о, репутация. Ты собрал 3 человека, ток 3. Все, спасибо. О да! Простите, все, вы меня засмущали, парни. Подождите, все. Я ухожу. Вы меня засмущали. Ну, такая вот слава, понимаете? Вот это как подвиг Геракла. Мэйс тебя разыскивает. Он будет ждать в таверне в Пауэрстоуне. Достали, ёпта. Ах ты, сопляк. Ничего о жизни не знаешь. Конкретно указывай, подожди. Вот ведь мерзкий оборван. Я ведь тоже когда-то геройствовал, а теперь погляди на меня, побираюсь. Пацан, помочь нищему избавиться от хулигана. Да можно же от него как-то избавиться. Давайте сделаем так, мне кажется, я считаю, что это правильно. Ты глянь, какой оборвань. Думает, ему люди будут деньги. Да не важно, как бы, просто ты сам объединиться с хулиганом, нет. Слушай, а хочешь, я тебе скажу, как его поправить? А может, ты нахрен пойдешь? А как, подожди, я же его бить не буду. Я же его бить не буду, если ты его прогу... Вот будет прикол. Объединиться с хулиганом? Нет. Ну, если передумаешь. Я тебе сейчас... А что, мне тебе втащить, что ли? Подожди, а если я перну? Ты не лучше этого вонючего урода. Я ухожу. Да, тут можно в безопасе. Давно я так не смеялся. Я тебе, герой, благодарен. Наверняка ты еще много с кем подружишься. Может, блин, у него озвучка такая знакомая где-то. Герой. Апахэ, то есть ты, я тебя спас от пиздюка, который ушел в эту сторону. И ты пошел в эту сторону. Тяжелый случай. Очень тяжелый случай. Ладно.
Так, ну мы выполнили первое задание, это уже шикарно, это уже прекрасно, и это уже прикольно. Южный Бауэрстоун. Эй, я вижу, вы не здешний? Ну да. У нас тут есть кое-какие правила, я вам расскажу. Угу. Кепку такую. Бауэрстоун — город мирный, так что оружие я у вас пока заберу. Ты издеваешься или что? А, ну, в принципе, ладно, пофигу. В принципе, пофигу, у меня есть маги, много, если шучу. Игры, все что угодно. В принципе, пофигу. Я бы на вашем месте первым делом в таверну заглянул. Вон она, прямо перед вами, вверх по улице. А, и еще насчет леди Грей. К ней извольте с уважением. Она ведь у нас мэр. Мэр, ну конечно. В общем, добро пожаловать в Бауэрстоун. А при выходе как вы мне будете отдавать мое имущество? Скажите, пожалуйста. Опля. А что ты купишь? Ну нормально. Смотри. Подожди, а что, где? Куда, зачем? Так, идем тогда в таверну. Здесь. А, ты здесь, все, понял. Купаешься в лучах славы, а? Ага. Да, я слышал о твоей победе над царицей Ос. Царицей Ос. А, ну вот они за мной бегают, короче, попочка. Бауэрстоун об этом говорит. Здорово, Дима, здорово. Ну не давай славе вскружить тебе голову. Но я вызвал тебя не за этим. Нынче над нами собираются такие темные силы, рядом с которыми гигантские осы — ерунда. Скажи, ты хорошо помнишь ту ночь, когда я забрал тебя в гильдию? Да помню, когда я помню. Оуквелл. Да давай уже, пропускай, я это помню, это не нужно повторять мне постоянно. О, это смесь готики и Гарри Поттера. Ну, примерно. Кто-то еще считает, что это смесь Гарри Поттера. Ты будешь делать стримы по Сталкеру? В принципе, Сталкер относится к РПГ. Я думаю, в дальнейшем можно будет это сделать, организовать. Как бы элементы есть, частички есть. Поэтому у нас канал чисто посвящен РПГ играм, поэтому... Уверен, вы найдете. Я, кстати, Сталкер ни разу не проходил. Прям вообще ни разу. А у нас есть метательное оружие. А что у вас есть? Вот чё, кстати, Сталкер я ни разу в жизни не проходил. На удивление. Прям реально, ни разу. Даже не садился. Да, там же есть, там же плюсуешь, характеристики прибавляешь, система инвентаря, там какое-то развитие есть. Да хватит уже все, но герой, я знаю. Так, я забыл, избился в плане навыки, статус героя, карта, настройки, подожди. Журнал. Нет. Задание. Озвучка топ, действительно. Вспомни свое предыдущее задание. Подарок ко дню рождения. Это наши старые задания. Текущих у нас получается нету. Ну пока берем, развиваемся. Я предлагаю сходить в таверну. Предлагаю сходить в таверну и пообщаться. Герой! Герой! Держи песенку. Гильдия тебя ждет очень важное задание. А, очень важное задание. Ну вот. Да, это имя тебе подходит. Мечника нанять не хочешь? Курощуп? Да я не хочу. Сыграй в пары. Нет, не хочу. Что вы о нем думаете? Так, пивка нальешь? Желаете что-нибудь готов приобрести? Помочь. Да, я хочу приобрести... Пивас хочу. Все? Я хочу выпить пиво. Что-то прям такие... Трактир! Превосходно, не так ли? Битвы были... Да хватит уже! Битвы такие были сложные, я хочу просто шикарнуть прям. Прям, знаете, вот просто нажраться. А там, короче, зеленые это с тем, у кого взаимодействуют с тобой, могут давать задания. Так, подожди, трофеи, понятно, еда. Я хочу пиво бахнуть. Что затеваешь? Ох, поплыл экран. Пиво. Сыграй в пары. Так, ой, иду прямо, меня шатает. Так, это у нас что, телепортация же? С помощью порталов можно перемещаться быстро по Альбиону. Прекрасно. Это то, что нам нужно. Вот. Подожди. А я могу переместиться... А, ну вот гильдия героев. Она мне напоминает озвучку из первой готики от Шоблов. А, кстати, да, есть такое.
Есть такое, согласен. Ага, вот это уже лучше. Так, здорово. Должно быть, ты тот паренек, о котором постоянно болтает хитрец. Ля, это, ну, понять действительно душевно, очень нашел? Душевно и очень круто. Хотя ему виднее, вот, вот честно говорю. Но я забываю об этикете. Блин, меня я не знаю за Биошок, Димас. Биошок является частью РПГ вообще? Я просто я не знаю за него вообще никак. По важным делам. Если вот ты за заданием, то имей в виду, что все вкусное уже разобрали. Сталкера. Ну, я уверена, что гильдия найдет тебе дело. Говорят, о, на у нас кухне подписчики прибавляются. 21 подписчик уже, очень круто. Круто. Ребятки, не забывайте, конечно, ставить лайки. Это нас очень круто мотивирует. Это очень супер, это очень бомбалейл, одним словом. Что тут происходит? Наставник? Сильно. Ага, наставник здесь. Что затеваешь? Нет? Ха-ха. Блин, ну жалко. Ну это жалко, это жалко. Так, подожди, убери оружие. А ты с кем и где там болтаешь? На ютубе нет... Нет, на ютубе есть стрим. На ютубе на другом канале. Оборона яблочного двора. Давайте принять задание. И... Это шутер с элементами иммерсива. В другой жизни сыграем. Это Джорджа референс. Ага. А, набери зай, короче, в ютубе поиски хроники РПГ. РПГ только на английском. И тогда ты перейдешь, там вон ребята сидят. Там неплохо, кстати. Прям идет потихоньку, растет. Я говорю, с тем... Ты че, ты же как что ли заорал, ёпта? А вы что тут делаете, ребятули? Это Джорджа референс. Она мне напоминает озвучка из первой готики, а что было в второй готике. Эй, нет, оно есть, оно похоже. Если оно похоже. Будешь стоять неподвижно, я смогу разглядеть твой скелет. Ты ведь гильдейский, да? Не, ну шикарно же. Брат, вот это место, слушай, если ты туда вернешься, можешь поесть. Я, кстати, Тень Чернобыля и мастер позже уже Гарма прошел, бегу к бармену. Первая же Тень Чернобыля идет, да? Я шел по камушкам там, у говорящей двери, а гриб, опаньки, и выскользнул. Так, пиздюки, понятно. Ты здоров? Я здоров. Знаешь, от звуковых волн башка от я бы тебе показал. Да только... Посеял грибы, понятно. Иди сей дальше. Прекрасно. Так, вход в чащобу. В чащобу. Так значит, ты собрался поработать в саду? Я знала, что это твое истинное призвание. А, то есть ты выросла, да? Леди Грей удала в гильдию прошение. Она выросла. Это девка, задании. Короче. Пожалуй, походу. Я его возьму. Надеюсь, ты не бросил тренировки. Бля, я такой со стороны такой опездал, на самом деле, стоит, который просто молчу. Увидимся, малыш. Вот это вот эти действия и все. Увидимся, малыш. Меня до сих пор малышом называют. Ты представляешь, у меня уже яйца до колен висят, а я еще малыш. Корова. Тихо. Подписалась, но стрима там нет. А, нет, там смотри, где 22 подписчика. Их просто несколько каналов. Там где за 20 набери, просто там их несколько. Это я для теста делаю. Так, собираем всеобщий опыт. Всеобщий опыт собрали. То есть, в принципе, здесь вот эта мораль, она очень огромную роль и очень хорошо... Я не знаю, я так ржу, когда они бьют. Ну ладно, что там, ну? Ты же не знала. Он мертв, я так и думал. Не, ну при... Стой, подожди. Так, убери ты лук, нахер. Рад, что снова тебя вижу. А, ну вот я как раз спас этого последнего чела, который... Их же там трое должно быть стоять, короче. Они... Привет. Вот эти циркачи какие-то. Ля, ну чё ты стоишь? Ну бей ты её, усач. Чё тебе учить уму-разуму, ёпта. Шикарно, это всё. Просто. Ага, естественно, конечно. Прекрасно. Всё очень просто, ага. Всё так просто. Я делаю работу, это так всё так просто. Всегда радовался, всегда так интересно, прям вот все сделаешь, начало такое. Вот здесь с сундуками, кстати, я не помню, здесь то ли репутация открывается, здорово. Тихо, блядь.
хочешь. Ты что творишь-то, слышишь? О, молодец, привет. Знакомьтесь, моя супруга. Моя женушка, которая сегодня играла в Dark Souls. Подожди, щупальца. А у тебя желаете что-нибудь приобрести? Нет, в принципе, у меня ни хрена нету по деньгам. Вот здесь 5-й уровень. 5 ключей. Нужно собирать ключи, блин. Нужно собирать ключи. Че вы, и жуки ущемляют здесь всех просто? Она меня нашла. Я и не сказал же про этот канал. Его вроде как все Курощупом зовут. Курощупом? Так, подождите, Курощупом. Да я не хочу ничего приобретать. Ну, давай мы еще здесь зачистим. Подожди, ну мне вообще вот в эту сторону нужно идти. Вот видишь, Зай, разница, понимаешь? Вот я стримил на основном и стримлю здесь. То есть, понимаешь, у меня тот получается тупо канал в черном, ну, в темном бане. То есть, вот и все. Так, ладно, мы дошли до местности. Сейчас у нас самое такое яблочный двор, самое вкусное. Курица. Слава вы, что вы здесь. Я-то думал, никто Слава. Из гильдии не откликнется. Я вам тут помощь, охрану нанял, но разбойников-то тьма тьмущая, разнесут все тут да на я части. Справлюсь, я справлюсь, не переживай. Лучше бы мы этих камней не находили, а то от них одни беды от проклятых. Угу. Дженна их и видеть не хочет, так что мы их в ящики сложили и в амбар сунули. Небось, ему денег Если стоит. Ты говоришь Леди о хронологии, то говорят, нет, если запала, погода выпуска, то с тех пор нам покоя и нет. Ага. Даже и так. Опять вон заявились. Пойду-ка я в дом жену успокою, она прям извелась там вся. Ну, думаю, все равно, если начать, то нужно начать, наверное, с первой, это Тень Чернобыля, чтобы прям вообще хорошо понять и вникнуть. Но будешь мне подсказывать, потому что, блин, мне, скорее всего, будет очень сложно немного. Прям очень сложно будет. Что такое? Я ничего не сделал. Тихо, садомиты, вы что творите-то? Да хорош, угомонись нахуй. Нормально, так что тушку вынесу. Зарежь. На. Мне кажется, что таким темпом я могу просто тупо задеть кого-то. Он перешел на другой уровень, да? Они же переходят в другой уровень. Вот что самое интересное, прикиньте. Если ты его не успел добить, короче, они могут перейти в другой уровень. Да, такое тоже бывает. И ты можешь бегать им по картам. Гагат. Кто-нибудь когда-нибудь находил гагат? Подожди, у меня здесь горит как бы индикация, что мне как будто что-то здесь нужно взять. Нет, разве? Так, вы что, убили его или что? Народ, вы справились? Тут еще битва сейчас идет. Они бегут. Можно, короче, попробовать с лука. Ты не пройдешь. Иди нахрен. Сверцем! Лёс, арбалет убит. Хорош. А его уже можно добить, да? Пора убивать! Нормально. Ты куда ты пошел? Пройдешь. Куда ты пошел? Иди сюда. Ты что творишь-то? Ты думаешь, скроешься или что? Паскуда двуногая. Тут уже. Так, и что, сколько еще таких заварушек? Подожди. Все? Еще третья волна. Третья наплыв будет. Смотри, Боба, к разбойникам подходят подкрепления. Да хрен на них, я сейчас разберусь. Смотри, я сейчас всех поджарю, наверное. О, там что-то выпало. Ты... Они мои! Что-то будет. Минус один. Минус два. Минус два. Нет, они мои, я их... Да бей ты, ну серьезно, ну. Этот ящик мой! Подожди, это у них что-то... Они, у них что-то выпадывает. Или это просто монетки? Я думаю, это вещи.
Яблочный пирог, прекрасно. Аж самому захотелось пожрать яблочный. Вы загасили, вы смогли, нет? Или он убежал типа технично? Ах ты сука. Хотел сказать плохое слово, ну да ладно. Все? В смысле, два из трех, ну. Вот. Верни обратно. А, все, вот. Я гляжу, ты научился паре новых приемов. Ой, ты очень... не один такой. У нее. У надеюсь, под... ты научился особым приемом. Потому что иначе ты ко мне и близко не подойдешь. Ну же, попробуй провести прием. Ты издеваешься или что? Мы уже с тобой побились в свое время. Значит, ты это можешь. Но я все равно тебя побью. Бля, какая ты бесявая, Прова. Ну серьезно, почему ты не можешь? Блин, угомониться что ли? А ты представляешь, вот просто поражение. Не хочет принять. А я мужчина, я сам по себе сильный. Хотя, вы тоже амазонки в целом такие. Посмотри, обезьяна. Да ты посмотри, она скачет, капуцин в ноги. Бля, я сейчас психану просто, получаю. Черт, ты выиграл! Опять! Понятно. Похоже, победа остается за выиграл. Тобой. Но твоя удача не будет вечной, дружок. Мы это еще да. Обязательно встретимся. И я буду наготове. Да, конечно. А как у нас место телепортируется? Почему я так не умею? Ой уж, как мы вам благодарны, прям не знаю. Баба такая довольна. За ящиками придут в скорости, нам с женой как гора с плечи будет. И чего в этих камнях такого особого не пойму? Так пропади они пропадом по мне. Небось, ему денег стоит. Я про вас всем расскажу. Нам такие герои вроде вас нужны. Я думал, мне ударить захотел. Все, идите, спите спокойно. Будут ночами делать новых людей. Обращен был он двора. Ну вот репутация задания. Кстати, ты надо достаточно бы... знаменит, чтобы постигнуть жест Бугага. Жест Бугага? Теперь ты невоспетый герой. Зайди в гильдию за заданиями. Подожди, я могу переместиться в гильдию за заданием? Чисто формально. Должен же быть элемент телепортации, как у той, нет? Так, магия, боевые заклинания, нет. Оружие, вещи, может быть... Вот, гильдия героев. Телепортироваться. Как раз нужно будет прокачаться, короче. Потому что у нас опыта нормально, так мы понабрали уже. Давай высота пойдем. Так, сила. Мощь повышает твою защиту. От телосложения зависит наносимый тобой ущерб рукопашный и владение тяжелым оружием. Я вообще предлагаю, оружием. Что нужно вот примерно вот так поступать. То есть здоровиться. Здоровье в любом случае нам нужно. Единственное, что... Скорость — это скорость. Что в стрельбе, что в рукопашной. То есть, вот, скорости тоже было бы неплохо, кстати. Ну, я так считаю. Подожди, это у нас что, вообще столько, что... Выбери заклинание, которое хочешь из... Обрати внимание, как расходуется твой текущий опыт. Опыт магии следует тратить первым, но если он исчерпает... Ни хрена себе. То есть у нас уже есть магические штучки? Подожди, это мог какая-то баба гулять. Я слышал, торговцы обратились к нам за поп... Так, я понял. Что у нас дальше по заданию? Экспорт. И потребление... Можно хоббитов, конечно, перемочить. Вот это у нас идет главное задание. Я предлагаю сделать вот это. И... Но это второстепенка. Да, в принципе-то нам чего опыт нужен? В любом случае. Как и в любой нормальной РПГ, нужно выполнять, как ни крути, побочные задания и прокачиваться. Ну, здоровье хоть подняли. Кстати...
То есть здесь... Кстати, этих корней не было, если я не ошибаюсь. Вот, вот эти ключи надо собирать для открытия сундуков. Я еще ни один не собрал. Еще ни один. Ой, брат, похоже, феи прогрызли мне ходов в голове. Так, и получается идем. Если там 5 ключей, там вообще 20, боже мой. Уже нужно все исследовать, короче, бегать. Слышь, вы что творите-то? Тут изнеги добру. Воу. И впервые в жизни я голову так отрубанул. Подожди, а здесь проход, здесь может есть что? Может быть... А, нет, могила, кладбище обычно есть. Понятно. Понятно. Но понятно, понятно. Собирай, собирай. Оно же все нужно, оно же все надо. Рука отдельно лежит, голова тоже. Но это обычный. В принципе, я еще баранину выпал. В принципе, я еще огненный шар не использовал. Хочу посмотреть. Как в такую интересно? Осу или осу и таракан влезло целое зелье. Здоровье. Так, а нам как раз в эту сторону, да, чесать? В принципе, карма растет, все прекрасно. Там все жесткие переписки идут. Война. А, ну оно... А, ну все понятно, я здесь под... Я же был здесь, эти охранял ящики. Опять ты здесь. Она мне помогает только во второстепенных заданиях. Вовремя. Я уже собиралась без тебя начинать. Ой, ну... Да, ну вот я подруге твоей говорю, на сад мой хобовиш напали. Вообще-то я могла бы и одна с ними справиться. Но так веселей. Я просто быстро объединил на сад мой... Кто убьет больше хобов, получит трофей. Идет? Ну, это уж вы как хотите, лишь бы они весь сидр у меня не повылокали. Они ж гаденыши ящики мои взламывают там же. Все, хорош, я сейчас со смеха сдохну. Подожди. Да весь урожай погубят. Да я сундук посмотрю сначала, а потом уже. Есть что? Подсказка 5x. Подожди. Нашел первую подсказку, ведущую к кладу. Да. Поговаривают, что где-то в Альбионе спрятан очень ценный предмет. Подсказки должны тебя к нему привести. Их, судя по всему, 6. Вау. Бля, почему я такие мощные? Бля, они мощные, слышишь? Почему? В смысле, почему она первую убила? Эй, ты меня догнал! Мне нужны еще хобы! Да иди нахрен со своим хоботом. По моим хоботам. Попробуй поднять боевой множитель. Да хватит меня бить. Блин, я сейчас, я думал, что я сдохну. Отвечаю. В смысле ты победила? Это мое. Блин, мясо. Все хорошо. Да в смысле он выжил, я его зарезал. Я тебя задвину сейчас, я тебя так задвину, что у тебя все яйца... А, ну ты ж девочка, прости. Не туда понесло меня. Фиксируй. Есть. Черт, убил еще одного. Ну так ты на чем учился? Не любишь ты этих хобов, да? А кто их любит, вопрос. У меня еще один. Блин, я хочу еще. Один. Я еще. Да какой ты моего крысишь, дура? У тебя еще один. Ты посмотри, что он творит-то. Она курва добивает моих. Кто теперь? Посмотри, что вытворяет эта тварь.
он и мои добивает. Не любишь ты этих хобов, да? Я уже старпёр. Не любишь ты этих хобов, да? Двадцать девять годков идет. У меня еще один. Подожди, подожди, добивай. А у меня уже двое детей. Добивай. Сколько мне еще надо убить? 500. А тебе сколько лет, если не секрет? Блин, вот это было больно и неприятно. У него еще урон слабый, слышишь? Добил. Молодчаги, проучили хобов, нечего сказать. И тут я тебя выиграл. Вдруг горять постерегутся у меня воровать. Лё, какие яблочки сочные. Но в другой раз не будет так же просто. Наверное, трофей твой. Пока что. С меня довольно. Может, у гильдии найдется для меня дело поинтересней. Пойду-ка я погляжу, что пропало, что осталось. Иди, вали отсюда. Вот, что за баба, а? Ты... Так, мы получили еще один трофейчик, короче. Так, ну что ж, а здесь у нас перемещение получается по имуществу, если, да где ты, японский синганчик, амулета, вот он позволяет, так. Монетки использовали? Вещи, подарки, еда, прочее, кошелек, трин-трин-трин. Ну тут надо, я не знаю, сколько надо здесь амулетов этих, на самом деле, чтобы... Мы еще огонь не попробовали. Я взял огонь, но еще не использовал. Есть что? Я слышал торгов. Да понятно, все понятно. Ты беспонтовый чел. Уровень твоей славы недостаточно велик. Ну, в принципе, там по стандарту те же самые будут. Те же самые по стандарту. Можно развить еще немножко себе. Шикарно. Так, что по навыкам? На хитрость есть криты же. Сонавляет другой соблюдитель, совершенствует комический навык. Один твой заставит торговаться, сбавит цену на свой грамм. Для хитрости влияет на скрытность твоего героя. Впоследствии высокий уровень хитрости откроет себе возможность овладеть искусством вора. Так, а слушайте, а... Хитрость повышает твою скрытность и улучшает торговые навыки. Боевые заклятия. В принципе, то у меня ни хрена больше и нет. Меткость влияет на ущерб при стрельбе и придает твоим выстрелам. Понятно. Так, здесь просто выйдет. Блин, такая жарища жесткая. Всего наилучшего вам, сэр. До свидания. До свидания, господин сэр. Кстати, надо жрачку пожрать. О, дебилы. Привет, все сидят. Герой. Держи письмо трубой. Так, а у нас что? У нас хавка кончилась. Твою ж ты хрень налево. Я не знаю, как мы будем. А если... Подожди, у нас же есть, если по магиям, боевые заклятия. Вот я огненный шар хочу использовать. Как его использовать? Он автоматически меняется или что? Если я хочу вот так. Шикардос. Вот это понимаю. Оп, издалека на пиздеку. Оп, хорошо, потакака. Настоящий маг. Истинный маг. Мастер Юда бы мне позавидовал. Но. Откуда вас? А, они же возрождаются. Это маг. Это магия, что ли? Бей.
могу смотреть. Добивай, 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 добивай технично. Желательно, чтобы с них тоже что-нибудь падало. Спасите. Так, ладно, идем в эту сторону. Я думаю, давайте вот это задание мы сейчас закончим и в целом подзакончим стрим. Я скачаю, короче, и Тень Чернобыля в Сталкере. Так как ты все равно в любом случае мой первый зритель. Самый первый, кто начал оставлять комментарии и мотивировать меня на происходящее, так скажем. Помогите! А у меня же тоже арбалет. Вот здесь нужно 5 ключей. Если бы ты всю. Если бы ты знал всю мощь моего ПК, GTA San Andreas на минималке 15 сталкер на минималке. Блин. Да все, блин, ну это жестко, конечно. Блин, ну в любом случае, я желаю, чтобы у тебя прям был очень крутой компьютер. У меня скоро тоже переезд. Тоже сейчас этот буду продавать. Там другой брать. Тоже, короче, все, денежные затраты. Так, хорошо. Блин, ну это звучит больно, на самом деле, очень больно. Я прям тебе желаю прям сапгрейдиться прям нормально. Так, собирай, собирай, сейчас отмечу. Да какая молния нахер? Значит, он покойник. Так, правая получается молния, левая получается у нас огонь. Нормально. А здесь уже, вот здесь, кстати, уже основное задание, если не ошибаюсь. Они людей режут для развлечения. Да иди нахрен, я сейчас всех сам прирежу. Ой. Пардоньте, это частная дорога. Пардоньте. Проход только за деньги. Или хочешь, короче, не... Я не хочу. Тут охренел. Гони, золотишко. Я же жду. Проскользнуть хочешь? Охреневший. А, я уж нас зачесал. Достаточно подобрел, чтобы постигнуть жест извинения. А, они мне все дают жесты все всякие разные. Ну. Так, шикарно, 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 шикарно. Подожди, давай попробуем авторишки. В любом случае энергия остановит. Я не хочу платить бабки за какие-то проходы каким-то дармоедам, которые не хотят работать. Ты совсем очушь, ёбаный. Алё, как голова отрубается прям. И почему-то раньше это вообще не замечал. Раньше, видимо, мы вообще просто восхищались и всё. Сейчас... Не могу смотреть. Угу. Там здесь... А, ладно, здесь идем спокойно тогда. А чё за фиолетовая индикация? А, это типа тайные проходы, да? Договор какой? Чего сделать? Распахнуть воинов? Договор какой? А, всё ясно. У меня нет такого части. У них, короче, собираешь всякие части, вот эти там, какой-то договор или что-то такое. Так, этих спас. Есть спас. Вести с полей? Конечно.
Его вроде как все курощу. Блин, ну там двое, мне охота возвращаться и спасать. Пусть сами справляются. Это не основной ПК, мой обычный ПК бабуля моя забрала на работу. Он у нее уже год стоит без дела. Мои попытки попросить его обратно были неудачны. Бабушка, кстати, работает на удаленке, блин. Она на удаленке работала, да? Так, смотри, здесь пещера. Тут опять этот дам-дам гам-гамыч. Здесь есть вход в пещеру. Мы можем сходить с вами в пещеру, ребят. Если она большая, она здесь небольшая. А, ну она в целом небольшая, но здесь... Хорош. Да, маны, магия тут все-таки затащивает прям нормально. Это куда он входит? Подожди, боковая пещера. Что за боковая пещера? Хорош. Да. А, нет, не хорош, ты еще не убил. Так, все, высасывай это все, забирай. Че здесь такое, подожди. Просто это боковая пещера, просто пустая пещера. То есть они в пещере сделали дополнительную боковую пещеру. Охренительно. Просто восхитительно. А-а-а, вы же, сучки, восстанавливаетесь. Ну, вы же имеете свойство восстанавливаться. Даже с инфраструктурным не могли. Блин, ну это уже хорошо. Это круто. У меня тоже, он не особо мощный, но я просто... Я еще занимаюсь разработкой игры своей. Как бы, поэтому мне нужно, чтобы ПКшка была, как бы, ну, так скажем, стабильна. Хороша. Не то чтобы сильно, но... Все было приятно. И достаточно знаменит, чтобы постигнуть жест, вот вам. Теперь ты признанный герой. Они, кстати, жесты вон открываются снизу. Герой, твоя магия на исходе. Боже, тут какие заварушки. Забирай. И чё? Это же боковая пещера. Главный зал пещеры, да? Ё-моё! Боже, как больно бьют, а? Ударь его, пожалуйста, он меня бесит. Охренеть просто, такие заварушки сейчас идут. Просто жесточайшие. Попробуй поднять боевой множитель еще выше. Подожди, а это куда? Лунный туннель. Сколько можно идти по этой пещере сраной? Куда она вообще ведет нас? Вопрос. Любопытно. А это походу по заданию мы потом придем. Что-то я походу поторопился. Да, да, да. Что-то есть такое. Так, ладно. Монолит, что за мужик говорит, что магия Рен? Но он типа, это, короче, внутренний голос, который вот этот маг, который нас типа подобрал вначале, и он постоянно мне вот это все твердит. А, блядь, они уже все воскресли, я не хочу. Это можно бесконечно, но и так хилок нету. Да, на исходе, это внутренний голос вот этот.
который следит за нами, вот этот наш настырный кусочек говнеца. Короче, пойдемте задание выполнять. Пещера. Видите, здесь система возрождения. Возрождения. Да хорош, ну все, ну серьезно, ну нету хилок. Ёптер-тыр. Получается, мы идем вот в эту пещеру. А, в темнолесье, все, я понял. В темнолесье я что-то помню. Так, чисто. Чисто так, чушуть совсем. О, здорово, петушара. Благодарение, Ава, вы здесь? Благодарение, Ава, я думал, мы так и погибнем в этом проклятом месте. Нам надо попасть на тот край черного леса на холм. А, их вести, понятно. Это, кстати, очень ужасное задание, на самом деле. То есть тебе нужно следить за заданием, за ихним здоровьем. Это прям такой отврат. На помощь! Он меня укусил, но бросил. Принял за мертвого. Позвольте, я пойду с вами. Нельзя его брать с собой, он заражен. Давай гляди, кому-нибудь в горло вцепится. Мы приносили купеческую клятву. Так, ну-ка, подожди. Позволь торговцу присоединиться. Давай. Спасибо вам, герой. Я очень благодарен. Ну, в смысле, он зараженный? Я за вами. По факту, может быть, он и зараженный, но... А может быть и нет. Может, все-таки добряки. Хотя в один момент можем разозлиться нахрен. Ладно, пока удачно стримим. Давай. Я сейчас тоже буду заканчивать уже. Спасибо, что посидел. От души тебе. Спасибо. Сзади. Добивай. Я бывал в переделках и похуже. Это еще и... Я что-то в этом не уверен. Идем? Так это получается ликантропы вот эти, типа, заражают. Так по факту он же должен укусить, а не поцарапать ни разу. Ненавижу. Не затем я пошел торговать, чтобы меня где-то съели. С нами-то такого не случится. Не приближайтесь к ним. Так, один-то помнил. Хочу увидеть свою жену и детей. Эта работа не для другого, он не заслужил. Блин, у нас магия кончается. Надо продолжать путь. Прям жестко кончается. Идем скорее за следующий давай. Лагерь торговцев. А их двое. Нам надо быть осторожными. Их двое. Я слышу, в этих краях бывают разбойники. А, нет, трое. Герой, где? Началась эта хренати. Ведите нас. Отруби. Идем. Они, короче, не показывают, где здесь враги, короче, вот это все. То есть тут вообще чисто на ось идешь, грубо говоря. Кожаные сапожки. Я слышал, на холмовом поле есть возможности для бизнеса. Пойдем. К черту такую работу. Посмотри, что творится. Во имя Слома, что это? Больно. На помощь, на нас напали. Нет, твою мать. На помощь, на нас напали. Они меня почти то убили. Ну как так-то? Твари. Я за вами. Так, пирог нашли. Так, один выскочил здесь. Это какой-то кошмар. Бесконечный жестко. Кошмар. Жестко. Так, 250 золотых. Еще вот здесь, да, вроде есть что-то. Я за вами. А, это просто проход. Бля. Что это?
Герой, моя магия на исходе. У меня тут опять вся магия кончилась. Ведите нас. Один вообще полуубитый кусок говна. Знал, зачем же это кончится, знал. Пойдем, пойдем, пойдем. Сколько уже идти, сколько идти-то еще? Ну вот и первый лагерь. Мы подождем здесь, если у вас есть другие дела. Да, тут можно отдохнуть и пополнить припасы. Гордон Лаваш. Не похож на хрящу. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. У него по факту вообще ничего нету. Ну реально. Я себе хочу топор. У фермеров что-то пропало. Какие-то странные штуки. Пропали, короче. Эгей, приятель! 100 лет я вас не видал. Витя Вавочник. Знаю, знаю. Мы идем на Холмово поле. Но наверняка еще встретимся. Зелье воскрешения. Вспоминаю, неплохо. Как я первый раз занялся торговлей. Все, восстановить. Что опа, подожди, еще сундук. И пох... Хэ, я купил топор. За 2000 злотых. Обидно так. Вот они, режих гада. На твоем месте. Ой, я бы не рвался. Топор другое дело. Урон больше. Давай, 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 давай. Какой жирный кусок говна. Идем? Пиздюль, идем. Вот здесь же тоже, кстати, таинственная, блин. Ладно, давайте их отведем. Дальше уже будем потом разбираться. Мясо нашел. А там что, гоблины? Ой, там противные куски говна. Хотя с таким топором-то вообще не вижу. На лесе запрут. Ля, сколько можно идти? Я уже задолбался. Уже недалеко. Мы уже недалеко. Почти превратился. Мы должны спешить. Почти превратился. Скорм его побери. Меня засасывает. Давай, давай, технично. Идем, 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 идем. Щит. Пузатый земляной голем, да, или кто? Ай, бля. Через камень пролетает. Герой, твоя магия на исходе. Ой,
Не хочу с ним вблизи бить. А, у ликантропа превышается. Бля. Смотрите, он превращается. Попробуй поднять боевой множитель еще больше. Сильно ранен. У тебя есть лекарство или еда? Идите на... Да есть. С ноги поесть. Куда мы прыгнем? Мы должно быть уже недалеко. Охренеть, а. Такие заварушки жесточайшие. Рубин. Че, мы дошли? Отсюда я знаю дорогу. Идите за мной. Ну давай, 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 идем, идем. А что такое? У меня игра вылетела. А, вот. Что-то произошло. Прекрасно! Мы при... Ага, пришли. Так, все, задание выполнено. Перья получили. Ну что ж, я предлагаю на этом закончить, в принципе... Мэйс снова хочет тебя видеть. Ты найдешь его в таверне Волквейли. Похоже, дело довольно срочное. Закон не нарушать. Ты получил новое задание. Вы ищете синий мухомор? Очень популярный. Один я про... А, да, один. Ну так как, интересуетесь? Давай. На, где... 1500 за синий мухомор. Ах. Охереть. Оуквелл. Это же... Оуку, это разве не та деревня, в которой я был? Первоначальная, да? Ой, привет! А я тебя помню. Мы думали, тебя тогда разбойники убили. Ну, когда налет был. Ты где ж ты пропадал? Блин, я хотел скрин сделать. О, вот это прекрасно выйдет для превьюшки. А меня-то ты помнишь? Я в тот день еще у Рози искала. Медвежонка своего. Так, ну что ж, ребятки. Я предлагаю на этом в целом закончить. Сохранить мир. Мы вообще ни разу еще не сохранялись, боже мой. Я здесь. Не забывайте, конечно же, ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока.